нужны подобные рейды? Ну, наверное, не знаю, это уже определять государство и следующим. Ну, конечно, это разве плохо, если вот таким образом выявляют нетрезвых, которые могут носить лишь ДТП, там еще что-то. И хорошо, наоборот. Давайте считай, что необходимо. Почему? Будет безопаснее на дороге. Мы проводим рейд «Нетрезвый водитель». Значит, основными целями данного рейда является выявление водителей в нетрезвом состоянии с признаками наркотического опьянения, ну и, соответственно, снижение тяжести последствий ДТП и их вообще профилактика ДТП. В первую очередь есть определенный профилактический эффект, то есть люди видят, что мы работаем на территории района, видят, что мы постоянно перемещаемся, находимся в разных местах, поэтому... В первую очередь наша цель – это профилактика. Ну и, соответственно, мы не каждый рейд, но выявляем определенное количество водителей в состоянии алкогольного опьянения, наркотического. Результаты есть. Наша пропаганда, так скажем, доводит эти результаты через средства массовой информации. Результаты есть.